Голосование за кандидатов в члены Общественной палаты Ленинского района в рамках переформатирования проходило в два этапа. Первый онлайн завершился 20 апреля. Лидеры интернет-голосования набрали больше 10 тысяч голосов. Второй этап выборов по купонам проходил сначала в трудовых коллективах, затем урна была установлена в редакции газеты «Видновские вести», а итоговым днем голосования стал вторник, 22 апреля. За перезагрузку общественной палаты. За перезагрузку общественных палат голосовали в фойе кинотеатра «Искра» 22 апреля. Десятки видновчан и жителей города, несмотря на разгар рабочего дня, нашли время и проявили активную гражданскую позицию, приняв участие в выборах кандидатов в палату муниципалитета. Конечно, болеем душой за Ленинский район, за наше будущее, за наших детей, за наших внуков. Вижу много непорядка, поэтому я сюда пришла. Мне очень хочется, чтобы наше Расторгово было не хуже Видного, даже лучше. Такая форма голосования очная стала следующим этапом после интернет-голосования и обсуждения кандидатов в трудовых коллективах на пути к переформатированию общественных палат региона. Очень активно принимала участие в течение всего срока, какой там был отпущен, каждый день. За каждого кандидата. Разные формы голосования, безусловно, важны, потому что возможна и прозрачность голосования, и выбор. Может быть, у кого-то нет возможности прийти. Рассказывая о том, как проходит перезагрузка муниципальных общественных палат, о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться, председатель комиссии по местному самоуправлению региональной палаты отметил, что в Ленинском районе активность жителей стала одной из самых высоких в области. Это говорит о том, что жители Ленинского муниципального района действительно откликнулись на инициативу и президента Российской Федерации, и губернатора Московской области. Они поверили в то, что муниципальные общественные палаты могут стать реальным институтом, который бы защищал и представлял интересы гражданского общества в взаимоотношениях с органами публичной власти, в частности, с органами местного самоуправления. В этот день кинотеатр «Искра» стал своеобразной трибуной для кандидатов в общественную палату Ленинского района. Каждому из них предоставилась возможность обратиться к жителям, обозначив главное в своей программе. Цели и направления понятны. Вот, я надеюсь, что выберутся люди в общественную палату, будут работать. И желаю, конечно, им успехов в дальнейшем, как говорится, в работе, чтобы те вопросы, которые они ставят перед собой, проблемы нашего района, конечно, хотелось бы, чтобы они были решены. Новая районная общественная палата будет сформирована в течение мая после подсчета голосов и утверждения списка кандидатов в равной степени губернатором общественной палаты области и местным советом депутатов. Мы совершенно точно и услышим, и поймем, и почувствуем друг друга. А значит, все вместе будем нацелены на созидание, на развитие, на движение вперед нашего Видновского края. Общественная палата района, ее состав определен в 30 человек, должна приступить к работе уже в июне. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.